Праздничные и повседневные костюмы, которые носили представители республик, входивших в состав СССР, уютно разместились в выставочных залах историко-культурного центра. Все экспонаты из частной коллекции Елены Бунаковой. Мой муж работал очень много в силу своей занятости, ездил по Советскому Союзу. Ну, тогда Советскому Союзу, работал в проектной организации и ездил в командировки. Я его навещала, потому что он иногда мог очень надолго уехать. И я вот, ну, там могла привезти себе оттуда костюм. Это совсем не использовалось в качестве какого-то экспоната, а это скорее для домашней такой затейливости было. Знаете, мы могли там на день рождения нарядиться. Потом я просто поставила себе цель и начала путешествовать и добирать то, чего у меня не было. Это могла быть просто какая-то конкретная деталь, случайно мне встретившаяся там на какой-то выставке, или блошиные рынки, или антикварные магазины. Но потом в результате складывался образ. Елена Бунакова признается, что в город Видное привезла лишь часть своего собрания. Всего в ее коллекции более 300 национальных костюмов. Все, что делают наши сотрудники центра, вот это, знаете, особое отношение к истории и к культуре. Вот так, как бережно они собирают то, что могут, готовят годами, готовят выставку для того, чтобы ее открыть, для того, чтобы людей наполнить прошлым, для того, чтобы его сохранить. Вот эта выставка, эта тема, она вот действительно большое и знаменательное событие. Мы вот, например, все выросли в Советском Союзе, я так думаю, почти все, вот. И не понаслышке знаем вот эти все республики. После торжественного открытия выставки коллекционер провела небольшую экскурсию, на которой рассказала гостям интересные истории о большинстве из представленных экспонатов. Все костюмы, они невероятны по своей красоте, по своей значимости для своего народа и по своей, конечно, такой характерной особенности. Они все так хороши, что я могу просто 16 выставок провести, поставив один костюм и рассказывать про него. Помимо национальных костюмов, посетители выставки «Братских народов Союз вековой» смогут увидеть предметы быта, куклы, книги и открытки. Такое собрание национальных костюмов я не видела давно, и мы все-таки дети СССР, и очень было интересно все посмотреть, и ощутить, и потрогать, и, конечно, впечатление у меня очень-очень большое. Я сейчас очень рада, что вот открыли такую выставку, я сама педагог, я обязательно приведу своих детей, своих внуков, ознакомиться с этим чудесной выставкой, которая сегодня состоялась. Уникальная экспозиция будет работать до 19 декабря включительно. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.